регенерации. Десять лет, более 500 прыжков. В молодежном центре отпраздновали юбилей парашютного клуба «ДОСААФ». Подготовка к прыжку – дело непростое. Принимают в клуб ребят от 14 лет. Однако для этого нужно разрешение родителей. Сначала нужно пройти медкомиссию, потом пройти обучение 35 часов. Есть и противопоказания – заболевания сердца, головы, нервной системы. Тем не менее, как ее называют в народе, парашютка пользуется успехом. Среди вас есть призеры самых различных соревнований. И это, конечно, очень опасный, но, тем не менее, захватывающий вид спорта. Более того, он, конечно, очень энергоемкий. Это парашют не купишь в магазине и не пойдешь прыгать с своего личного самолета. Трудности есть и в работе. Прочистить дорогу к площадке, купить парашют, страхующие приборы, сделать ремонт. Тем не менее, мэрия, правительство помогают такие проблемы решать. Губернатор вот Сергей Константинович Носов тоже помогает. И вот в 2019 году приобрели парашюты на 3 миллиона 400 тысяч. Вот, мы к нему обратились, вот, оказана была помощь. Вот, в этом году приобрели УАЗик новый, вот это уже мэрия, это Гришан Юрий Федорович и спорткомитет. Помогает и депутат городской думы Николай Ярощук, и авиакомпания. Прыгают с парашютом спортсмены с определенного места – Поляна в поселке Уптар.